Давайте какие еще мы предложения. Не, наоборот, конфликты. То, в принципе, мы каждый день в 6 часов, те, кому сейчас как-то душно, там плохо, некомфортно, каждый день в 6 часов, там, до последнего. Вообще никакого периода года. Нет, давайте вообще будем сначала. Каждый день 6 часов мы как бы готовы встречаться, общаться, проблем. 6 часов. То есть то как бы кому нужно. Ну по темпу, может продолжать. Нет, у нас как бы запись происходит, вы просто ее видите, я сегодня вас не отпустил, потому что как бы вижу, что люди как бы пришли, кто-то записи, кто-то без записи, кто-то там познакомился, кто-то по записи, кто-то узнал, поэтому сегодня не слушает. Поэтому как бы говорю о том, что кто хочет как бы завтра, не завтра, потому что сейчас комфортно. Если таких желающих нет, тогда все, начинаем. Договорились? Да. Сейчас я представлю. Я Иганов Денис, управляющий семейством фонда «Премьер». Андрей Пименов, трейдер семейства фонда «Премьер». Теперь как бы, давайте разделим нашу беседу на две части. Первая часть, я вам расскажу все-таки, что творится сейчас в реальности, почему так пострадали фонды. Второе, как бы, Андрей Пименов вам расскажет, как формировались портфели, какова была математика, простым как бы языком. И третий, как мы ответим на все ваши вопросы, которые возникли, которые мы еще не ответили у вас в форуме. А может сразу вопрос? Нет, давайте уже, потому что я понимаю, что вы понимаете, как получается. Если вы знаете, что по такому, то давайте как просто пишите вопросы и будем в конце на все отвечать. Более того, я еще сказал, кто хочет в индивидуальном порядке, пожалуйста, в индивидуальном порядке, потом после нашей встречи давайте индивидуально встречаться. Я в течение дня, там вы уже как бы слышали, с утра до вечера встречаюсь как бы с пайщиками, со всеми общаюсь, объясняю ситуацию, никаких проблем абсолютно нет. Кого нет проблем? Можно сегодня договориться на завтра. Кто-то сегодня как бы уже сделал желание, с кем-то я уже сегодня встретился. А у меня уже столько раз фотографирую, я уже Он подставил и не остался. Ну что, давайте начнем. Во-первых, то, что сейчас происходит на финансовых рынках. Все вы слышите, все вы знаете, но я вкратце расскажу. В реальности, вообще в мире происходит реальный финансовый кризис, которых не было там за последние там... Давайте не будем ругаться. Давайте просто я вам расскажу. Это ваше право верить, не верить, как бы, это уже второй вопрос. Еще раз говорю, реальностью в мире происходит финансовый кризис. Что будет завтра, каждый. Сколько вы будете рассказывать? Я постараюсь в течение 10 минут положить. Постараюсь в течение 10-15 минут на каком-то примере одного фонда вложиться Андрей, и постараюсь в течение там получаса ответить на общий вопрос, тем более как бы они похожи. То есть в реальности в мире происходит большой финансовый кризис, который коснулся абсолютно все страны уже мира, вплоть даже там, которые как бы слабо развиты. Начался этот финансовый кризис в США, то есть пали такие гиганты, как Lehman Brothers, Morgan Stanley, Merrill Lynch. Я понимаю, что для вас эти названия, наверное, слабо что-то говорят, но придут из сравнения, как бы, допустим, и как бы у нас, если пал там тройка диалог там или Сбербанк. Это реально или... Сбербанк. Я по крупности, по брендам, по названию, то есть по объемам, как бы, для экономики, именно с позиции экономики. Я понимаю, что лучше сравнивать с Bank of New York, с Сбербанком, да, но я именно провожу как бы параллели, как бы, схожие на разные по объемам, как бы, участия в том или ином секторе экономики. Так вот, реально произошел коллапс всей финансовой системы мира. Этот коллапс пытается развивать США, пытается развивать Россию, пытается развивать Европу. В Европе происходит национализация крупнейших там, лондонских, европейских банков. В США происходит национализация, выкуп долгов. В России пока этот процесс оттягивается, но тоже он уже начался. Вы видели, Палкис, финанс, крупнейший инвестиционный банк,
спал, связь банк. А сейчас на подходе как большие проблемы у тройки. Продали Ренессанс Капитал 5-6 раз дешевле, чем она как бы стоила реально на рынке. Потом Банк Союз практически упал. То есть все крупнейшие банки упали. Что будет завтра, каждый час ситуация реально, еще раз говорю, меняется. Она коснется каждого из вас. Если финансовый кризис будет продолжаться, неважно, где ваши деньги, это будет хуже, чем в 98 году. Реально это может коснуться. Если сейчас финансовый кризис не остановится, и реально правительство не применит какие-то меры, то а меры применить какие-то сложные в рамках, потому что мы уже не... Потому что мы уже входим вообще в мировую экономику, то реально как бы действительно произойдет. Мы все потеряем. Более того, я вам скажу, все мои средства вложены в фонды премьер. Я так же потерял, как и вы. Еще раз, давайте без комментариев. Я это говорю, я отец троих детей, я вам это говорю, обещаю. Еще раз, послушайте меня, давайте не будем без демагогии. Я абсолютно как бы... Пропустим этот момент, поэтому... Господа, если мы... 10 минут. Никакого не будет. 10 минут все замолчали. Куда-то что отпустим. Я еще 3 минуты даже не говорил. Дальше. Соответственно, что будет происходить дальше? Если сейчас финансовая система будет как бы восстанавливаться российской, тогда реально опять пойдет новое восстановление экономики. Мы сегодня обратились в Центральный банк. После вчерашнего заявления господина Путина о том, что он будет бесплатно, беспроцентно выдавать кредиты банкам, мы сегодня обратились, написали заявление о том, чтобы нас рассмотрели в качестве как бы заемщика для компенсации как бы убытков нашим клиентам, нашим банкам, Газпромбанк. Да, ну потому что это Центральным банком дают беспроцентный кредит. До этого, как происходила ситуация? Теперь расскажу в более узком масштабе. 12 сентября, это была пятница, все на рынке было абсолютно спокойно, все было более-менее корректно. Да, были какие-то отклонения по ликвидности, но они были в рамках допустимых. 15 сентября, 4 госбанка, Газпром, Сбер, ВТБ и Банк ВЭС просто-напросто начали закрывать лимиты на рынке ценных бумаг. То есть фактически все абсолютно профучастники, включая банки, крупные компании, тройка, диалог, хит, оказались просто без финансирования своих операций на рынке. Это, да, просто, ну, как говорится, деньги это что такое? Это, по сути дела, кровь для всего организма финансовой системы. В данном случае 4 госбанка, которые владели всей как бы денежными потоками России на финансовых рынках, они просто сказали, ребята, извините, денег нет. 16 числа вечером господин Улюгаев, заместитель председателя Центрального банка, собирает совещание экстренно, потому что рынок фактически встал. Туда приехали где-то примерно около 15 профучастников, 15-20, и примерно около 20 банков крупнейших, в том числе и я там был. Мы попросили господину Улюгаеву, дайте, пожалуйста, деньги профучастникам, чтобы мы могли расширить наши обязательства репо. На что Улюгаев сказал, нет, ребята, деньги я там только 4 госбанкам, и деньги поступят завтра. На следующий день было 16-17, я не помню, заявление господина Кудрина. Ребята, все спокойно, вот вам 1 000 000 000 рублей, вот, пожалуйста, разгребайтесь. 4 госбанка нам сказали, денег нет, нам ничего не дали. Кто-то говорил, дали, но мы отдаем внешний займ, кто-то говорил, что денег нет, в реальности денег не появилось. Как вы знаете, это официальная как бы информация. Примерно целую неделю биржи практически не работали. Когда биржи не работали, вот в США, например, такая неделя была только один раз за все 100 лет, это во время Великой депрессии. Вот, то есть останавливали на очень длительное время торги. Соответственно, начал валиться кит, упал, потом упала связь банк. Сейчас большие проблемы, еще у многих как бы реально банков. Поэтому произошло следующее. То есть мы не можем расширить свои облигации репо. Произошло именно это, то есть как бы решили просто финансирование. В результате чего сейчас на рынке существует море обязательств друг перед другом, и мы просто друг к другу как бы отдаем обязательства, кто-то кому-то не возвращает. В результате получилось так, что весь облигационный рынок просто умер и просто обнулил цены на облигации. В данном случае нам пришлось весь облигационный портфель, который входил в портфели многих фондов, отдать в качестве обязательств по рынку репо. Теперь как бы я... как бы в общем сказал. Теперь я предлагаю все-таки господину Бизину еще раз рассказать, как выглядел портфель и почему необходимы нам были облигации, какие у нас были облигации, что это были не мусорные, они соответствовали инвестиционной декларации. Я вам сейчас тоже в течение 10 минут расскажу. А потом мы ответим на все ваши вопросы. Просто их сейчас фиксируйте.
Я просто вижу, что у вас есть как бы потенциал задать вопрос, мы ответим на все ваши вопросы. Окей? 10 минут. На самом деле, я думаю, самые активные все знают, но лучше начнем сначала, мало ли кто-то не спустит. Фонды типичный фонд. Китая, Бразилии, золото, неважно чего. Фонды у нас производили через фьючерс. Все это прекрасно знают. Понимаете, что такое фьючерс? Красно, это обязательство купить или продать в будущем по фиксированной цене актив. Естественно, в фонде Китая это фьючерс на имя Китая, в фонде золота фьючерс на имя золота и так далее. Что происходит в реальности на бирже и торгах? Грубо говоря, есть такое понятие, как внутренняя цена фьючерса. Что это означает? Смотрим. Период. Допустим, месяц. Фьючерс не имеет срока. Может быть, красным лучше? Там, красным, да. Видно там дальше? Нет. Ответственную сторону нельзя включить. А давайте свет сзади включить, там где-то, по-моему, в коридоре включается, мы включили, да? Не, наоборот, мы рассмотрим типичный фонд. Не важно чего. Бразилия, Китай. Кстати, фьючерсы имеют срок жизни 1 месяц. Раз в месяц мы должны продавать старый фьючерс, покупать новый. Если базовый актив, в нашем случае индекс Китая, стоит, грубо говоря, 1000, то за месяц до истечения фьючерс на Китай стоит 1000 плюс чем-то. Этот плюс чем-то называется внутренней ценой фьючерса. Допустим, он стоит, ну, для примера, возьмем в условности 1005. К концу месяца, когда срок фьючерса истекает, индекс Китая будет примерно 970, фьючерс тоже будет стоить 970, условно. Таким образом, фьючерс по отношению к индексу, здесь они имеют разницу 5 пунктов, здесь не имеют разницы ничего. Следовательно, мы стабильно покупаем фьючерс дороже, чем индекс, продаем его по цене индекса. Это называется внутренняя цена фьючерса. От этого никуда не деться, так устроен рынок. Внутренняя цена фьючерса зависит от цены. Не цены, а доходности безрисковых активов. В США это принято считать их на честь и векселя. Грубо говоря, мы оцениваем, что стоимость стоит 3% годовых. То есть, грубо говоря, внутренняя цена фьючерса. Грубо говоря, если бы мы просто покупали фьючерс и не делали больше вообще ничего, он уже отставал бы от индекса на 3% в год. Это раз. Два. Вознаграждение управляющим. Основное. 3% в год. Ваши, да? А может лишь? Можно отказаться. Давайте сразу я поправлю. Для чего нужно вознаграждение управляющих? Нам нужно вести бухгалтерию, нам нужно вести реестр, нам нужно вести точный расчет паёв. Соответственно, как бы, если вы обратили внимание, открытых большой рекламных кампаний, допустим, фонды премьер никогда не проводили там ни по телевизии, ни на радио, ни там, ни каких-то там больших плакатов на улице не было. Вся наша рекламная продукция заключалась в том, что у вас инвестиционный консультант консультировал на месте и выдавалась брошюра. То есть в реальности мы денег, по сути дела, не тратили на какие-то глобальные рекламные кампании. Вкладка на 4 страницы о чем? Вкладка, я еще раз говорю, вот я вкладка на 4 страницы, это глобальная рекламная кампания, это бешеная. Дальше давай. Далее. Фонд несет прочие расходы. Что такое прочие расходы? Их много, они мелкие, но они есть. Это брокерские комиссии, депозитарные комиссии, стоимость перевода, поскольку один перевод на запад, он $25 стоит. На запад, запада $25, туда, соответственно, 50. Все вот это по мелочам, ну, грубо говоря, мы там прикидывали прочие расходы. Американский проект Сахалин 2, да? Может, точно. Понимаю, что должен за разработку. Дальше. Итого. Просто покупая фьючерс, ничего не делая, фонд будет вставать от запланированного индекса на 8% в год. Мы не пытаемся ничего не делать. Понятно, понимаете? Ну, я думаю, вопрос не решается. Сколько мы должны еще? Именно для этого как бы, мы и покупали облигационный портфель. Теперь как формировался облигационный портфель. Чтобы не отставать каждый год на 8%, мы пытались максимально качественно произвести именно любой фонд.
золото, Бразилия, Китай, чтобы оно максимально соответствовало индексу. Что мы успешно сделали в течение там, 2 лет до, там, грубо говоря, до августа этого года. Сейчас расскажем, почему и как формировалась облигационная подушка. Давай. Чтобы вот как раз не отставать на эти злополучные 8%, которые как бы никуда от них не денешься. Так. А плюс еще как бы не забывайте отставание, еще вот тут Андрей не учел одно отставание, которое, кстати, очень существенно влияет, это когда, допустим, пальчики входят в фонд, и мы выписываем им бои, а деньги идут до биржи там, в течение там, 3-5 дней. За счет этого также формировалось отставание в размере там, 2-3% в год. И для этого нам приходилось просто покупать фьючерс либо облигации с плечом. Ну, грубо говоря, это условно говоря. Поэтому давайте примем просто 8%. А? Плечо у вас какое? Сейчас, давайте, Андрей, расскажешь. Там не было. А что же говорить? Давайте сейчас, Андрей, расскажешь. Это по облигации. Пожалуйста, вопросы на бумажку. Сейчас, смотрите. 100 человек, если каждый будет перебивать, мы... Вы сами ничего не услышите. Далее. Я вот свои деньги в фьючерсе. Ай, ладно, давайте красно. Для воспроизведения фьючерсов эта сумма равная примерно 30% от ее фонда. На математике будем устанавливать, или вы поверите? Ну, грубо говоря, это определяется биржей. Биржа устанавливает гарантийные течения фьючерсов, грубо говоря, для воспроизведения фьючерсов нужно... Зависит от биржи, зависит от текущей волатильности на рынке и так далее. Ну, условно возьмем 30-35%, не суть важно. Часть денег лежит в кэше для того, чтобы удовлетворять текущие заявки в пайше. Примерно 10%. Вот. Остальное мы вкладывали в облигации. Инструмент фиксированной доходности. Российские. Ставшие, соответственно, прямо 60%. Ну, где-то понятно больше, где-то понятно меньше. Так это вы говорили про это российские облигации. Это сейчас это касается тех фондов, в которых была достаточно большая стоимость чистых активов. Вот, то есть конкретно. Ну, наверное, про памяти считаем. Корея, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, доллар, развивающихся рынков, ФРИ. Консервативный, сбалансированный, приудвоенный, денежных отделов. Причем тут российские облигации? Нужно российские облигации в этих фондах. Да. То есть в самом начале экономики была маленькая стоимость чистых активов, где там ничего не было, когда они возрастали. Понятно, 20 рублей в облигации не засунут. Почему российские облигации? А что еще, спрашиваю? Нет, ну извините, если вы рекламируете Китай там или Бразилию, да? Вы попробуйте купить деньги, куда все китайцы? Так а зачем вы тогда пишете, что индекс Китая облигации вкладывается из акций китайских предприятий, а вкладываете деньги в Россию, причем краткосрочное обязательство, в результате прогораете и все. Это машина, домой настоящий. Давайте сейчас, я уже на один ваш конкретный вопрос отвечу, а дальше Андрей продолжит про облигации, вы запишите вопрос и отвечу. Еще раз, на примере вот Китая конкретно, я прям выступал на РБК, на примере китайской экономики. Купить китайские акции практически невозможно, они закрыты для нерезидентов. Можно купить только фьючерс Китая на определенный китайский индекс. Там их 2 основных индекса, не больше. Но там 2 основных индекса, соответственно, мы их покупали через американского брокера. Соответственно, остальных облигаций и акций купить невозможно. Там и все фьючерс очень дорогой. Соответственно, покупая вы фьючерс, вы ставите тем, что вам надо позиционную маржу, вам, естественно, проще продавать вам фьючерс. Но этот фьючерс вам надо будет продавать через американского брокера. Процедура открытия счета у американского брокера занимает 5 лет. Именно поэтому мы создали такой фонд, который позволяет, грубо говоря, в розницу продавать американскую экономику, китайскую экономику. Поэтому поверьте, вот как бы, я говорю, еще раз, с законодательной точки зрения, экономики. То есть вы продавали то, чего не имели, так нет, что ли? Китайский фьючерс, который китайский фьючерс на китайскую экономику. У него входил в расчет китайские акции. То есть как написано на сайте, так оно и было. То есть мы как раз так же, как купить фьючерс на индекс РТС. Это покупаем то, чего нету. Ответьте, вот вы сейчас можете ответить? Конечно. И то, чего нету. То, чего нету? Да. То есть тогда вопрос к вам. Тогда когда вы открываете. Знаете, вопросы мы вам задаем.
Нам не надо вопросы задавать. Я прошу вас послушать. Тогда давайте продолжим. Андрей сейчас расскажет про облигации. Почему они оказались в наших фондах? И для чего мы как бы вам это объясняем? Давай. Динамика Китая в данном случае обеспечивается вот этой частью структуры PIL фондов. Она как бы на 100% обеспечивается. Эта часть была призвана для того, чтобы отбить вот это PIL. Вот это отставание фонда PIL. Купить облигации каких-то других стран, кроме России, это просто нереально. Ну, может, там, Украина, Казахстан, но это не может достаточно хватать. И, в принципе, российские облигации, они полностью соответствовали этой задаче сокращать вот это отставание. Они вполне удовлетворительный инструмент для данных целей. Поэтому, так что даже, и, во-первых, невозможно, во-вторых, незачем было там пытаться где-то найти купить облигации Китая, где-то Бразилии, где-то еще чего-то. Плюс рубль отлично укреплялся в долларе. Вот. Ну и сейчас вот произошел тот коллапс, который мы видим. Теперь расскажи, почему как бы необходимо было репо, что у нас как бы реально было 60% дохода, и для чего нужно было реповать эти облигации? Ой, у нас стоимость. Да, 120, примерно 120. 120 облигационных выпусков. То есть вот все вот эти облигации, они теперь ничего не стоят? Да. Сейчас расскажем, подождем. Да, у нас был балансированный, нормальный был, адекватный балансирован. У нас были облигации первого эшелона, облигации второго эшелона, облигации третьего эшелона. Там все было нормально балансировано. То есть там, конечно, на форуме пишут Марк Финанс, конечно, была. Например, Марк Финанс был за облигации Москвы, несколько выпусков. Облигации АИЖК, да, которые по отношению к которым гарантирован вообще этот облигация. А с такими тентами, как Центр Телеком, Волга Телеком, Южно-Телекоммуникационная компания. Да, а фонд золота какие облигации? Я же не помню на память. Там, по-моему, 4 или 5 штук. Да, они где-то, они не во всех. Андрей, скажи математику по поводу облигации, того, что как бы, для чего нужно было реповать. Вот, когда мы составляли портфели, как бы доходности российские облигации были как бы на очень низком уровне. Они, ну, грубо говоря, Москва тогда давала, первый эшелон давался до 6%, а третий эшелон давал 10%. Нет. Соответственно, такие суммы не позволяли нам отбивать собственную рубежку. Так как их всего было 60% в портфеле. Ну, это опять же условно, плюс где-то деньги в пути, где-то деньги в пути, не везде было 60%. Где-то крупный заявщик подал заявку на вывод, надо точно много денег выгнать. Где-то наоборот, они еще там идут на биржу неделю. То есть цифра 60, ну понятно, полностью нельзя с ней активировать, как ты, понятно. Средняя цифра по всем фондам. То есть 60 умножаем в среднем на доходность, допустим, даже 8%, нам позволяло отбивать только 4-5% от этих затрат. То есть мы все равно стабильно отставали бы от рынка где-то примерно на 4-5%. Это было бы критично, да? А? Это было бы критично. Чего критично? Вот отставание от индекса. Вы да? знаете, когда мы начинали отставать хотя бы на 1%, писали на форумах тоже. Я знаю, когда. А почему вы эту строчку не используете? Давайте сейчас вот мы ответим, как бы, на расскажет Андрей, и вы пишите вопрос. Какие облигации говорить, если в Бразилии, блин, не было никаких Москвы никогда, в годовом Это было, ну, когда мы начинали, только начинали, и сейчас за последний рынок краткосрочный репо с низкими процентными ставками, на котором можно было под залогом облигации кредитоваться под низкие ставки 4-5%, когда покупая облигацию на ходность. От 6 первый эшелон до 10-11%. Что позволяло нам увеличивать доходность и справляться с поставленной задачей отбития вознаграждений и, возможно, даже получения дополнительных. Вот. Эта схема, она себя прекрасно чувствовала вот до сентября 2008 года. Вот. На самом деле, это не первый кризис, конечно, который у нас был. Кризисы на рынке бывают перманентные. Кризисы, которые
рыночный кризис, рыночный риск это риск снижения цен. Акционерный риск это риск повышения изменений процентных ставок. Риск ликвидности, когда мы имеем сейчас. И на самом деле риски были, и мы через них проходили. Допустим, в прошлом году, в конце, последние два месяца, был высочайший процентный риск на рынке. Вот. Тогда ставки по репо они взлетели. Грубо говоря, если в нормальной ситуации они от 4 до 7%, то они взлетели на 8-11%. Это двукратное увеличение, это очень тяжело. Вот. Но это был риск процентный, но риск рыночного тогда не было, облигации покупали. Рынка ликвидности не было. Мы так и продавали. Поэтому конец 2006 мы прошли как бы не пик. Да, кратковременно мы стали терять. Но других рисков не было. Вот. Дальше. Это был бы момент возникновения процентного риска. Бывают периодические рыночные риски, когда цены облигации отваливаются, но в этой ситуации, если рынок здоров, все прекрасно. Вот. То есть эти риски, они как бы поодиночке, они абсолютно нормально преодолеваемы. Это нормально, это жизнь. Но что вот получилось, то, что сказал Денис, это когда несколько крупных банков сразу одновременно заявили об открытии, об ухода рынка репо. Почему, кстати, такая возникла ситуация интересная? Потому что сейчас банкам большие выплаты. Ну вот, если вот здесь уже мелькало 11 миллиардов в четвертом квартале внешних долгов надо выплачивать, банки стали выдергивать деньги откуда можно. Они обрушили рынок репо разом. То есть если сначала один банк ушел, это была бы одна ситуация, потому что мы могли забрать бумаги у него, отдать другим банкам. Но они просто разом объявили, вот просто вот разом. Как снова произошел. Да, то есть даже, не знаю, читаете прессу или нет, что даже в прессе стали мелькать слова «репо». Президент МВБ давал интервью, в котором говорил, что 120-150 миллиардов не исполнит обязательства репо за день. Вот, ну если дело дошло до прессы, то действительно масштаб можете себе представить. Вот, и... Я вам скажу так, что экстремально высокие ставки по репо были 1,12%. Сейчас до сих пор, несмотря на все денежные вливания со стороны государства, ставки ниже 20% не идут, а чаще 1,30%. От 20 до 30%. Ну, плюс еще дисконт увеличили на облигации, соответственно, до 20-30%. То есть, по сути дела, у нас крупные контрагенты, такие как Газпромбанк, Сбербанк, по сути дела, входит как бы такой рыночной ситуации, что нет ликвидности на рынке, по сути дела, надо собирать эти облигации в качестве обеспечения залога по режиму репо. Вот что как бы реально произошло. Да, и как бы очень многие участники рынка не исполняют сделки, это далеко не такие. То сейчас весь рынок, по сути, сидит друг другу, не исполняет как бы сделки репо, и реально как бы в ближайшее время мы ожидаем, что и пика как бы многие как бы начнут как бы не смогут распродать свой рынок, свои фонды облигаций. Многие как бы банки уже, вы видите, как бы начинают чувствовать себе проблемы. Тот же самый кит финансов абсолютно так же на этом попал. Это раз. Вторая, как бы связь вам тоже на этом абсолютно попал. То есть, по сути дела, произошел реальный финансовый кризис, отсутствие ликвидности. Вы чисто все три риска прошли воедино. Ну, рыночный риск, потому что облигации спалили вниз. Кредитный риск, потому что, риск ликвидности, извините, пожалуйста, потому что закрыли лимит на репо вообще. И процентный риск. Ставки на репо были, они обычно там, 7%, с фондами 7-10%. И моментально зажали 25-30%, с фондами 2-25%. Эта ситуация до сих пор, несмотря на то, что где-то там по телевизору они что-то там налили, не знаю, на рынке этих денег нет. Банки трейдеры трейпо, честно говоря, не знаю, нам денег не давали. Лимиты все закрывают. Лимиты все закрывают друг на друга. В общем, это ситуация. В принципе, как вы там тот же самый там директор МВБ, когда писал недавно в интервью КМС, по-моему, 26 сентября, он, в принципе, эта ситуация объяснил точно так же, как сейчас рассказывал Андрей, и куча контрагентов не может выполнить друг перед другом обязательств, по сути дела, реально рынок в коллапсе. То есть, как бы рынок открывается, закрывается, открывается, закрывается, то реального рынка уже не существует. Акции торгуются, но, извините меня, если как бы акции ВТБ крупнейшего банка, который сделал народный IPO год назад, упали за год на 80%, но
это уже о многом говорит, что в принципе у нас реально кризис ликвидности. Если Госбанк не может поддержать свои, собственно, реально на рынке денег нет. Тот факт, что даже что акции летают по 5-6% вниз, такие, это как... возможно только когда на рынке нет денег. Там одна небольшая сделка уже уводит в ночь вверх или вниз. Каждый день, еще раз говорю, начиная с 15 сентября, я каждый день как бы общаюсь с ЦБ, общался с ФСБ. Мы реально пытаемся, как бы пытаемся справиться с этой ситуацией. Мы реально как бы, писали письма, пишем письма, встречаемся, еще раз говорю, я был на самом последнем. Я сделал абсолютно все. Я еще раз подчеркну, я сделал все, чтобы исправить ситуацию. Мы звонили даже эмитентам облигаций. Что звоним эмитентам? Вроде бы выключат, Сергей, пожалуйста, выкупите ваши бумаги. У нас жесткий кризис ликвидности. Никто ваши бумаги на рынке не берет. Никто не покупает. У всех старая ситуация, все повышают ставки по кредитам, режут лимитов, отказывают уже согласованных кредитов. Они тоже как бы не могут сказать. То есть они сами как бы говорят, нам придется объявлять о дефолте. То есть сами эмитенты сами так и говорят. Вот реально хорошие эмитенты говорят о дефолте. Вчера, я говорю, остановили торги по облигации, которая гарантирована государством, она упала там, на больше чем на 10% по правилам, они это за интерги. Но это реально показатель кризиса вообще. Это первый раз в истории всей биржи. Поэтому давайте сейчас, как бы, если все понятно, если ничего больше не называть все знают, давайте по очереди я начну как бы. Сейчас не подождите, вопрос. Давайте еще надо по математике. Да, давай. Надо. Что математика? Что по ней, а? Управление. Неужели это разговаривает хозяйственного фонда 1, который тоже упал на 90%? Вот ту же самую математику повторите, для того, чтобы вы лучше поняли. Да, для денежного фонда 1, который должен лежать в ЦБ в рублях. Денежный фонд 1. Плюс он тоже идет расходы на банковские. Поэтому мы его изначально, с тех самых пор, держали всегда облигации. Всегда были облигации. 90%. Ну нет, естественно, ситуации, когда крупные заходы, крупные выходы и все такое. Вот. Сейчас, когда мы столкнулись с ситуацией жестких выходов, клиенты, значит, пошли на выход. Сейчас. Там было 400 миллионов, как вот. Какие-то заявки мы уже говорили защитить. Дальше. Ну, Алиса, денег не хватает для удовлетворения вывода клиентов. Продать бумаги уже были нереально. Но припо их уже взяли. Тогда, в надежде, что ситуация разошьется, мы были вынуждены бумаги реповать, чтобы проверить заявки клиентов на вывод. Если тогда это было 400 миллионов, да, в облигациях там было 40%. Но сейчас фонд упал там до 200 с чем-то, и вот доля облигаций выросла до 90%. И вот тут уже все, собственно говоря, пришел сегодняшний день. Еще раз говорю, мы каждый день На самом деле, то, что... Еще раз, подождите, секундочку. Мы каждый день, еще раз подчеркну, звонили в ЦБ, нам тоже так же ЦБ, все как бы власти как бы обещали, говорили там с экрана телевизора, мы дали деньги на рынок, нам приходилось продолжать реповаться. Мы как бы тянули ситуацию, отвечая на наш вопрос. В конце концов, мы как бы в пятницу поняли, что все, уже тянуть нельзя, уже все, мы иначе как бы мы на марш поле. Что вы сделали? Облигация, потому что облигация все зарегистрированы. Объясняю. Для того, чтобы пролонгировать репо, когда бумаги выходят из репо, нам нужно их отдать дальше. А он говорит, вот у вас бумаги уходят 20-м дисконтом, мы вас можем взять назад только 25-м, грубо говоря. Это значит реально чего? Что вот у нас бумаг вышла на сумму 100, да? А мы должны отдать назад и еще за это заплатить 5, отдать в топ-5. Нам повысили дисконты. В основном, что бы нам ударило, это дисконты. Плюс ставки по репо. Я объясняю, они были всегда 4,7, сейчас 25,3. Это все 110. За это обязаны платить. То же самое по дисконту. Нам постоянно увеличивали дисконты, мы постоянно вынуждены были доплачивать банку за прологию. Все, денег хватит. Все, реально.
ситуация была такая, что люди внесли свои деньги. Сейчас, подождите, давайте по очереди. Вот зачем вот так вот с этого края? Подробно опять, скажите вообще. Время законное можно закончить? Давайте. Не является ли использование вот этой самой пирамиды рисков прямым нарушением сумм декларации, где написано, что облигации нам составляют до 80% портфельного фонда? Почему? Нет, является, во-первых, это не пирамида рисков. Ну, ладно, это рыночный термин, он всегда считается... Цепь-репо, да. Это не является абсолютно нарушением никакой, как бы мы всегда работали 2 года, и нарушение не является. Проходили множество проверок, сейчас, как бы, Андрей расскажет. Насчет один день, я вам уже объяснил, вам Андрей объяснил, что в пятницу вы просто поняли, что уже дальше власти не делают никаких усилий на то, чтобы... Что вы сделали? Что вы еще раз сделали? Мы отдали облигации нашим продающим, где мы делали репо, потому что выкупать их уже не было денег. Надо выходить из съемки. В общем, извините, времени не подскажете. Мы должны, они стоп. 7. Семь, да? Вознаграждение. Облигации за один день, вы правильно говорите. Облигации задавались. Облигации падала все время. Да. В течение месяца. Почему переоценка вошла за деньги? Потому что пока у нас репо нам еще не полезли, не закрыли, не забрали у нас наши залоги по репо, да? У нас еще было обязательство выкупить репо, которое что-то стоит. По рыночной цене, по которой мы закладывали в репо. По цене репо. То есть, у нас была возможность выкупить по цене дисконта и продать по рыночной, которая теоретически составляющая. Да. Вы выглядите абсолютно здорово. Мы по схеме работаем 2 года. Абсолютно нормально с болезнью. Объясняю, для чего? Еще раз говорю, я вас понимаю, что сейчас, да, в условиях как бы кризиса, вы говорите, это выглядит плохо со стороны, сейчас, вот на период. Но извините меня, в течение 2 лет мы это воспроизводили, мы это все открывали, мы это все показывали. Вопросов нет. Да, я понимаю вас прекрасно, что в условиях финансового кризиса это выглядит действительно плохо. Что вы, ребята, задним умом такие плохие не просчитали этот риск, что вам пудрили не дали денег. Что 4 госбанка, грубо говоря, отключили всю ликвидность и сказали, ребята, все, рынок закрыт. Все свободны, спасибо. Да, Тисфинанс тоже спасибо, теперь нам принадлежит, Тисфинанс нам принадлежит, и все. А Юниаструм, на сайте и в буклетах нигде даже не указывали о том, что основная масса денег лежит в краткосрочных облигациях. А инвестиционные декларации? Нигде вы не указывали. Инвестиционные декларации, для этого существует. Мы прописываем инвестиционные декларации. Мы все 2 года как бы не скрывали с кем. Был форум, который был открыт, где мы подробно все объясняли. С 2008 года по 37-й инструкции ФСФР мы обязаны раскрывать наши все сделки. Мы сделки открывали. Там указывались абсолютно облигации. Вы нас спрашивали даже там по облигациям, там то же самое Мартфинанс. То есть насчет Мартфинанс. Справедливости ради, когда господин Путин ездил в Германию и подписывал соглашение о сотрудничестве с господином Шредером при Путине вместе с этой компанией, как у нас? Риве. Господин Стрехилов, владелец Мартфинанс, вот так пожав руку господину Риве, владельцу компании при Путине, подписали соглашение о продаже Марты господину Риве. Все было хорошо. До тех пор, пока господин Риве не отказался от сделки, которая была подписана в присутствии Путина и Шредера. И тогда у господина Трефилова начались большие проблемы. Плюс к этому Райффайзенбанк выкупил Импортбанк и просто отказался финансировать Трефилова. Все, у Марты Финанс начались проблемы. Это как бы наша информация, как мы ей владеем, почему Марта Финанс отказался в числе. Следовательно, если уж господин Трефилов при Путине не подписывал, то Марта Финанс вообще никак нельзя было относить к мусорным облигациям. Да. У него был нормальный инвестиционный рейтинг. Мы и поэтому она покупали. Она была в списке В облигаций, даже не списочная. Она входила в котировальный лист. В один прекрасный момент, когда это все отказалось, она также вот раз пропала из поля зрения. И все. И ее нельзя... Да. Она даже не помнит, что в июне платила. Она в июне... Да. Нет, ну вы скажите проще, вы что, сейчас в банкроте? Да. Мы не банкроты. Я понимаю, что здесь есть более простые вопросы, более сложные вопросы, есть более подготовленные, менее подготовленные люди. Я это тоже прекрасно понимаю. Давайте я буду на все вопросы отвечать, на более смешные, на более простые, на более сложные вопросы.
Еще раз, вот давайте, еще раз. Мы не банкроты. Реально произошло то, что произошло. Финансовый кризис. Облигации, по сути дела, у нас обесценены. Все, мы продолжаем работать. Я собираюсь дальше продолжать работать вместе с фондом премьера. Продолжаю дальше так же создавать. В 98 году все так же упало на 95-98%. Еще раз, большая просьба. 10 лет. Все люди старше 35 лет. Всем остальным людям никогда не вкладывать деньги ни в фонды, ни в акции больше, чем то, чего не боитесь потерять. Это риски. Они все прописаны в сон декларации. Я еще раз повторю об этом. Реально, господа, читайте. Я готов индивидуально встречаться. Мы все это знали, мы подписывались, мы знаем. Прекрасно. Мы продолжаем работать, мы собираемся дальше опять продолжать работать, восстанавливать как бы доверие, которое утрачено не по нашей вине. Как мы еще раз как бы подчеркиваем, а по финансовому кризису мы дальше зарабатывать деньги, создавать продукты, которые будут приносить вам деньги. Это мы собираемся делать и продолжать. Это закон, чему нам нужно... Стоп, подождите. Вы сейчас говорите, что денег у вас нет, но... Давайте молодому человеку отвечу. Давайте по очереди. Ну я прошу, ну уважайте друг друга. Ну все, давайте вопрос. Все законно, это проблема, нам ее надо признать и дальше с этим все законно. Все. Потеряли деньги. Все, вот то, что минус 90, все, далее мы просто начинаем с нуля, грубо говоря. Да. Никаких да. изменений, то, что там предъявление каких-то претензий. Это все заявки, которые были поданы до 24-го, они все будут удовлетворены. А потом? Абсолютно. 25 числа, как бы то, что произошло, то произошло. Реально? Ситуация абсолютно законна, мы реально пытались ее исправить до последнего момента времени. Еще раз говорю, мы готовы предоставить все отчеты, мы готовы как бы судиться, мы еще раз говорю, мы делаем все. Я вместе с вами как бы так же вкладывался, я также потерял все свои деньги. Никаких выходов нет. Выход только один. Какой? Продолжать дальше жить, работать и зарабатывать деньги. Мы начинаем сейчас с вами с нуля. Да. То есть мы еще несем вам сейчас деньги, чтобы помочь прокатиться. Надо с вами. Подождите, во-первых, давайте вот я вот это вот совещаю. Подождите, ну можно я как бы говорю, вот здесь большое заблуждение. Вы не помогаете нам вы понимаете, вы не мне несете деньги, чтобы я как бы пошел на работу. Подождите, я просто... Можно я так говорю? Давайте, я понял. Да, я для ясности объясняю всем, чтобы не возникало ощущение, что вы мне приносите деньги, чтобы я что-то там восстановил. Нет. Вы берете, приносите деньги. Мы вкладываем эти деньги, допустим, в подешевевшую мировую финансовую экономику, которая все равно рано или поздно начнет отскакивать. Она все равно будет расти. Будет расти очень много. Но я прошу, как бы, нести эти деньги в том количестве, которое не страшно потерять. Когда закончится финансовый кризис, развитие, туда слушайте, я вот сейчас, вот вас я не уговаривал нести еще. Я просто объясняю, отвечаю на вопрос. Вот сейчас конкретно никто не знает, когда закончится финансовый кризис. Если мы пройдем в соседний кабинет, я вам покажу, как развивалась вся американская экономика. Там есть хороший график. Например, депрессия, там, сколько она длилась? 5, по-моему, или 6 лет. В американской экономике падение с медвежьей рынок там длился тоже там, и по 7, и по 8 лет в 80-х годах. 70-х, 80-х годов. Последнего 2000-го года было. Ну вот, последний 2000. Когда закончится финансовый кризис, не знает никто. Ни Путин, ни Медведев, ни Буш, ни новый президент там, Америки, Алабама или Макдивин, кто будет. Реально. Происходит, дай бог. Он к нам лучше относится, чем Макеев. Ну реально, вы понимаете, что никто нет, вам не... подождите, просто для ясности. Еще раз. Деньги, понимаете? Те деньги, что были, кого мы нет? Уже потеряли. Да, даже они не были. Есть минимальные экономики, они будут расти. Еще раз говорю, деньги, которые вы приносите, мы вкладываем, допустим, в китайскую экономику, например, да? Почему мы вкладываем в облигации? Мы объяснили, как дальше создавать продукты, мы сейчас абсолютно думаем, чтобы, опять же, учесть вот эти вот наши риски и потери, которые мы не могли учесть. Знаете, от вознаграждения откажетесь? Это все-таки ваши риски. А риски, они прописаны. Там конкретно есть статья в общих условиях. Кредитные, финансовые риски. Они все подобные. Там даже есть вот прям который прям господин Рыжников, директор ОВБ, прям говорил, как будто бы читал наши условия. Ребята, действительно, господа и дамы, реально эти риски прописаны. Я еще раз говорю, я вам никому не давал подписку просто подмахнуть. Я пытался честно создать семейство, которое качественно будет устроить индексы и приносить вам прибыль. Такого семейства в России не было ни у кого. Я клянусь, я честно пытался создать нормальное, хорошее семейство. Произошел финансовый кризис.
реально с облигациями то, что произошло, это влияние только на капитализм. Мне не за что перед вами извиняться. Нет, я пытаюсь исправить ситуацию, потому что вы нас признали со своего форума. Теперь по поводу формы, давайте я вам отвечу. А по поводу формы, вот форум, дайте мне еще раз такой. Если бы я не хотел как бы общаться, наверное, я вас сюда и всех бы не пригласил. Форум, давайте я расскажу про форум. Форум, что такое форум? Подождите, я не ухожу пока от вопроса. Я вот вопрос ближе. Отстой. Скажите, пожалуйста, будут фонды банкиры? Нет, не будут банкиры. Мы продолжаем работать. На 90% падение это не банк. Нет, это не банк. Опять дальше пойду. Форум. Вот просто объясню идеологию. Я до вас дойду, вот вы там вот там пальчиком угрожаете, я на вас дойду. Что-то вам там не понравилось, оставьте кода пример. Ну, условно, там, или обратили внимание. О, а что это у них облигации Марка Финанс там? И раз задали вопрос. Господа, а что это вы Марка Финанс купили? А вы разве не слышали, что господин Трефилов там, у него какие-то проблемы? О, Сарбат Престиж, я пример. Вы разве не слышали, что, собственно, Сарбат Престиж там какие-то проблемы? Все, вопрос стоит. Андрей, садится за торги. Я сажусь за свои дела. До формы у нас пока до вечера руки не доходят. Приходит другой пайщик, тоже, и действительно, и начинается такое обсуждение, о, на 3-4 страницы, мы даже... разобрались, это уже не один раз, когда мы... Вот, о, поэтому... Ну, все идет нормально, мы нашли. Да что ж тебе форум, Велика, уже мы форум. Да что, вашу форум? Да что форум? Ладно, семью... Форум, девушка. Форум мы обязательно запустим. Сделаем модератор. Блин, давайте конкретнее. Следующий вопрос. Почему давались и другие фонды такие же? Отвечаю. Реально, 12 число, пятница, абсолютно все нормально, уходим спокойно домой, ничего не происходит. 15 приходим в 10 утра на работу, 4 госбанка, которые обеспечили ликвидность весь финансовый рынок, просто закрывает репо. 16-го числа. 16-го числа. Сколько надо раздел, как 1917 год, история. Да. Репо. То спускай рисунок там рисует, а мы вопросы задаем. А вы там вот объясняете про репо? А нам тут вопрос. Тихо. Что такое репо? Решается сделка, то есть контрагент А.
продается агенту Б. Что это? Реально, это может быть черная бумага, ничего не будет. Наша тут, конечно, речь идет о бумаге. Это наша будет обязательно. Цена фиксируется в этот момент. Вот и нет. Там. Альфа. Обязательно через пивы выкупить на наш вот и нет в этом. Вот что внешне такое выглядит легко. Вот. Бумаги, ценные бумаги продаются некоторым дисконтом, выкупаются назад по той же цене. Плюс ставка. В чем смысл? Облигации, грубо говоря, А продает Б. Вот есть у нас следующая, у нас есть облигация, да? Допустим, давайте посмотрим, что нет. У нее есть цена, допустим, 1000. Ну давайте, давайте. Может, она на что-то более И в этот момент у нее фиксируется обязательство через 14 дней выкупить назад по 901. Если рыночная цена этой облигации меняется на сумму больше, чем 1 рубль, который мы платим по репо, допустим, облигация становится 1005, то мы плюс 4 рубля имеем, грубо говоря. То есть вот что такое репо. Можно вопрос? Я еще не закончил. То есть мы, платя по репо эту ставку, как правило, имели ставку. Поскольку я уже сказал, что по репо ставка 7%, а облигации приносили 6-12%, то мы платили. Вы нам лучше расскажите, каковы перспективы дальнейшего. Давай, я знаю, что предлагаю. Вот кого интересует этот репо, мы... Да, давайте. Потому что нет, мы не знаем. Давайте, знаете, как сделаем? Тут сидят женщины, я предлагаю ответить женщинам вопрос, потому что я понимаю, что дети, потом остальные мужчины, как пошли. Да, ну давайте начнем. Да. Теперь какие-то поимки из 3000 свалились до 2400. Они так и останутся? Конечно, останутся. Да, вы как хотите. Да. Все, да. Более того, мы денежный рынок будем переделать как фонд, потому что он часть всего, очень многими клиентами используется исключительно для спекуляции. Это, скажем так, была наша ошибка вообще запускать этот фонд денежного рынка. Я еще раз говорю, я говорю в принципе про денежный рынок 2, не то, что мы там сделали, про сам продукт денежный рынок 2. Так вы же сами его создали. Ну вот только и дело, вы не понимаете, что денежный рынок 2. Ну Лера, почему вы говорите тогда, что вы это создали? А у вас рынок рисуется на память закона, да? Еще раз говорю, создавали также для благих целей, чтобы обеспечить... И вы не просчитывали, что могут... Риски. Я еще раз объясняю. Мы тоже 12 числа уходили, куда мы пришли. Хорошо, расскажите дальнейшие перспективы. Дальнейшие перспективы. Мы продолжаем жить. Я продолжаю работать. Кормить своих детей, складывать деньги в дом, и дальше восстанавливать. Получать вознаграждение. Кризис никто не знает, когда кончится. А когда начнем восстанавливать? А на что вы рассчитываете? Несите деньги, когда вы считаете правильным. Мы начнем восстанавливать рынки. Мы, еще раз говорю, с позиции структуры, с позиции... Хорошо, что вы советуете нам? С позиции структуры. За сентябрь месяц управляющая компания деньги получит? Как дальше нам восстановить деньги, как дальше исправить ситуацию? Что-то произошло, это реально финансовые риски, реально что дальше делать на будущее? Еще раз говорю, нам не советуют. Вы скажите, что управляющая компания деньги получит? Подождите, давайте женщине ответить на вопрос. Можно? Тишина. Пожалуйста. Женщина. А, вопрос.
что вы предлагаете, чтобы мы выкупили наши пари? Отвечаю, что не осталось. Еще что ли? Все. Выживите, вы хотите? Хотите, да, абсолютно верно. Если вы считаете, как бы дальше имеет смысл продолжать, пожалуйста, да продолжаем. Нет. Мы будем стараться все сделать, чтобы восстановить как бы стоимость. Возможно. Да. Все, что от нас зависит, мы делаем. Все, что невозможно от нас зависит. Денис, восстановить стоимость не до вклада в деньги, вы имеете в виду, да? Да, да. Рынки все равно будут расти. Вот с 98 года рынки выросли и перестали стоить дороже, чем... 10 лет. У вас забрали облигации в обеспечении, у вас есть облигации другие. Еще раз говорю. Да, если люди осталось, будем устанавливать, будем думать, как это догнать опять индекс, как-то еще раз думаем, предлагаем все усилия. На что вы надеетесь? Женщины, так. Надеюсь, давайте женщины. А что сейчас в паях? В смысле, в фондах? Что? Структура фонда? Что еще, облигации остались? Облигации есть? Мы потеряли облигации. Риск потерь больше не будет. Мы завтра можем вообще 90% в минус уйти, а завтра мы тем не менее. Потому что страшно. Нет, не покарают. Когда? Давайте вот как раз хороший вопрос, я вам отвечу по поводу западных фьючерсов. Все фьючерсы покупаются, можно, тишина, да? Все фьючерсы покупаются у американских брокеров. То, что происходит сейчас с американским брокером, наверное, надеюсь, не все. Большинство. Почему не все? Китайцы. Американского брокера, потому что китайский может быть только американского брокера. На Сингапурской бирже. Да, ну то есть просто по национальности он американец. Да. А могут быть и китайцы. Брокер это фирма, да, брокер фирма. То, что происходит гражданский брокер, надеюсь, никому рассказать не надо. Естественно, мы сейчас также боимся. Лемон Бразерс, Голдберг Стэнли, Мэрил Линч, наши основные брокеры это Пенсон и Ман. Как падали акции Мана, вы тоже, наверное, ну, кто-то видел, кто-то не знает. Да, они очень сильно тоже упали. Мы тоже также боимся, что завтра, как бы, случится, не дай бог, что-нибудь с нашими американскими брокерами, тогда мы и эти деньги можем потерять. И это тоже риски. И они происходят на рынке. У нас реально произошла ситуация, когда компания резко разорилась там в 2003 году. Реально мы... В 2004, да? В 2004. У нас были там действительно активы. Мы действительно там потом крови в течение полутора лет вытаскивали, переводили. Но это тоже, мы тоже там очень много потеряли, восстановили. Это вот это реально финансовые риски, о которых надо знать. Еще раз говорю, мы не... Ну вот вообще, это кит американской экономики. Не, уже давно знали. Ну, может, знаете, кто завтра? Давайте дальше вопросы. Какова будет структура фондов дальше? Структура фондов, я... Вопрос еще открытый. Потому что сейчас реально то, что произошло, нам надо реально переделать структуру, переосмыслить. Я думаю, в течение вот как раз... двух-трех недель вот мы реально предложим. Мы готовы еще раз собраться, еще раз про структуру фонда, как мы ее предлагаем. Еще раз рассказать подробно, объяснить всю математику, кому интересно. Я еще раз говорю, мы сейчас думаем каждый вечер, каждый день мы об этом думаем и стараемся исправить. Индюк думал. Пожалуйста, а чем связана такая ситуация, что Юниан Стронгард, поддерживая общую ликвидность банка, мы знаем прекрасно, что в этот период времени выплачивали средства по вкладам не задержки, без задержки, иногда без заказов тоже отвечались расчеты. То есть у банка внутренняя ликвидность была достаточна для того, чтобы обеспечить общебанковские операции. Но тем не менее банк пошел именно на ту ситуацию, чтобы пожертвовать самым легким для него, а именно средствами пайщиков и фондами. Извините, добавлю. Я звонил со вчерашнего вечера, как только увидел эту цифру. Значит, Минстромбанк открестился от фондов премьер. Они ничего не хотели говорить. Я сейчас не был отделение на кошельке. Я за консультанты не отвечаю. Заказ Сергеев не отвечает. Александр, вот честно. Во-первых, как бы я вот персонально никого не увольнял. Большинство людей ведут себя, вы сами знаете, в критической ситуации. Тем более плохие люди. Очень неадекватно. Большинство из них просто написало сегодня заявление об увольнении, просто перестало появляться на работе. Они сами боятся.
Я не могу как бы всю армию инвестиционных консультантов, которых учил, обучал, не могу их просто заставить контролировать. Почему? Подожди, можно я говорю сделать? Я еще сейчас вам отвечу, да. Поэтому еще раз говорю, я здесь, я никуда не собираюсь скрываться. Я готов дальше продолжать с вами общаться. Я готов дальше рассказывать про фонды, рассказывать, как мы их будем делать, как мы будем исправлять ситуацию. Еще раз говорю, ситуация абсолютно под контролем. Но поверьте, реально, те люди, которые как бы уходят, они ушли уже, да? Ничего уже ни с этим не сделаешь. Но это люди, которые ну просто вот испугались. Реально рыночные ситуации. Может быть, по молодости, может быть, по незнанию, может быть, по неопыту. А как дальше? Кто будет консультантом? Дальше, подождите. Кто будет консультантом? Консультантом будут все в Москве, пока я. Еще будет со мной 4-5 консультантов, которые сейчас работают. Вот они будут представлять всю группу инвестиционных консультантов «Премьер» для Москвы. Для регионов мы сейчас тоже придумываем. В этом здании? Да, в этом здании. По телефону звонить. 967-1553, который на сайте. 967-1553. А сегодня звонил и не отвечали. Отвечаю. Теперь по поводу, я вам сейчас женщина ответит. По поводу телефона, ваш сарказм. Это реально телефон колл-центра. У нас заключен договор, могу показать. Просто вас очень много, и он просто срывал. Вот и все. Нет, там длинные гудки были. У операторов мы увеличили очень много. Теперь по поводу электричества. У меня от Сбербанка. Объясняю. Все считают... вопрос. Все считают, у меня от Сбербанка, доверительное управление, абсолютно четко разделены. Это полный небаланс у меня от Сбербанка, если вы это знаете. То есть своим корсчетом он не имеет права вмешиваться в счета доверительного управления. Я от Сбербанка... Юниастробанк является исключительно доверительным управляющим. Если вы обратили внимание, то все деньги, которые вы перечисляли, если это рубли, то ВТБ, если это валюта, то в Росбанк. Но ни в коем случае не на Юниастробанк. Именно поэтому Юниастробанк имеет право вмешиваться. С позиции Юниастробанка, я еще раз говорю, я ходил на старый банк, я просил деньги, я каждый день просил, умолял, говорю, помогите сделать, выкупить облигации, иначе произойдет то, что произошло сегодня. Я делал все, что от нас зависит. А письменные свидетельства есть? Я еще раз объясняю вам лично. Юниастробанк не может ликвидностью, которая привлекли на депозит, поддерживать ликвидность фондов. Это не запрещено. Понятно. Но да. Вы прекрасно, как банковский работник, должны понимать, как это сделать легко. Как? Не нарушив ничего. Нет, не знаю. Вы получаете займы на Межбанке? Нет, не получаю. Займы на Межбанке, они поступают на корсчет. Еще раз объясню. Ну не на счета ДУ. У «Газпрома» мы получаем займы, как мы объясняли, только на репо, на фондовом рынке, брокера. Это абсолютно разные рынки, они абсолютно никак не связаны. Поверьте, вот реально это так. Должен был помочь как бы вкладчикам, которым депозита? Да. Неправда. Так не должно быть. Как они должны быть вкладчиком по депозитам, но помогать всем? Что он гарантирует? ЦБ! Еще раз говорю, ЦБ! В рамках 13... А кто временными средствами банк не мог помочь этой ситуации? Еще раз, собственными средствами Униастробанка пускается на кредитование. У Униастробанка просто так деньги не лежат. А если не считают, вы поймете. А как? Мы должны были взять кредитные средства, сказать, знаете, у нас там проблемы. Собственные средства чисто среди наличному банку уже нет. Да нет, собственные средства, они шли, еще раз говорю, депозиты. Это не считается, это нельзя разделить на кошельки, где собственные, где звонят. Еще раз говорю, корчево почему оно перетекает за счет кредитного управления. Я еще раз говорю, я лично говорю, у Люкаева задал вопрос, он мне даже как-то там говорит, молодой человек, как бы, давайте оставим эти все там демагоги. Я говорю, вы понимаете, вы до какую доводите ситуацию? Я реально ругался с Газпромбанком на этом банковском совете. Зампредом или спредом Газпромбанка. Я говорю, вы понимаете, что вы нам увеличиваете дисконт, увеличивая ставки, вы просто у нас отнимаете облигации. Меня давно улюкает. Вот реально, просто взял и сказал, вот, там сидел Греф, там сидел Златки, там сидел Улюкаев. Это правда. Я еще раз говорю, я пытался сделать все. Но мы не можем по счетам другими деньгами финансировать. Скажите, а у Юниастробанка банка зенит только. Под двух банков, да? Выкуп облигаторов. Зенит. Зенит. Да. Секундочку. Банк Зенит и Юниастром. Это два банка, у которых КФБУ. Или еще Петрокоммерс. Петрокоммерс есть. Петрокоммерс. Ну, кстати, тоже очень сильно упали фонды, если вопрос. Вот ваш колл-центр, как дела, например, у Дениса, у ФУ?
У Дениса нормально. Я еще раз говорю. У Дениса. Да, все нормально. Можете не переживать. Поэтому в фонде тоже будет все абсолютно хорошо. Да, вознаграждено будет ваше. Посмотрим, как фонд упали. 4 раза. А там было написано, что Рифони не занимались вроде. Срок исполнения заявки неделя, как вы думаете? 7 рабочих дней. Так вот, уже 10-й день, мои заявки не исполнены. Вам чиф не упали. Александр, я каждый день, вот кто встречался, еще раз встречался, у меня сейчас лежит стопка целая, да, я с каждой заявкой разбираюсь лично персонально. Я прихожу в наш отдел реестра и реально как бы разбираюсь. Поверьте, как бы каждый день исполняем заявки, каждый день вот сидит вот один человек, вот мы сегодня проговорили, я вот лично взял, записал все контакты, обещал позвонить, и завтра с утра я буду этим заниматься. Разбираюсь с утра до вечера, отвечаю на ваш вопрос, там работают люди. Поток заявок сейчас, поймите, очень большой. Мы реально как бы каждую минуту делаем, обрабатываем заявки. Не специально задерживаем, поверьте, долго. Нет, она активная. Она везде там. И с этими фондами ничего нельзя. А вы погромче скажите. Что такое неликвид? Облигации всегда были ликвидные. У нас нет больше облигаций. То есть вы спрашиваете, есть ли еще там какие-то подводные карты? А векселя остались? Векселя. Векселя остались тоже. Сейчас такой же самой ситуации с векселями. Векселя у вас такие апеллированные. Не апеллированные. Еще раз, теперь по поводу векселей. Давайте я вам открою. Ютрейдер, векселя. Векселя, кстати, да? Уважаемые клиенты, коллеги, друзья, я не знаю, как вот правильно. Есть компания Ютрейдер, которая является нашим брокером. У нее есть описание ООО Ютрейдер. Компанию, которая собственно капитал, говорю я, собственно капитал 80 миллионов рублей. Она проходит официально аудит компании Deloitte & Touche. Уже второй год подряд, даже какой, она все время, которое существовало, она показывает хорошие прибыли. Когда на рынке полтора года назад образовалось отсутствие ликвидных бумаг, то есть даже не ликвидных бумаг, хороших облигаций, под хорошую доходность, как мы говорили, то есть, грубо говоря, мы могли покупать только по 6-8%, мы обратились в фонды премьер, брокеру Ютрейд.ру, продайте нам свои векселя по ставку 1,5%, абсолютно рыночная ставка. Это то же самое, что и облигации. В чем еще плюс векселей? В том, что векселя каждый день мы переоцениваем, независимо от рыночной цены, ровно как они как депозит стремятся к погашению. Но, к сожалению, Ютрейд.ру тоже попал в такую же финансовую систему и тоже сейчас стоит, как весь финансовый мир. Вообще не весь финансовый мир, вообще вот я еще раз приведу пример. У вас есть облигация агрохолдинга. Я лично с господином Четверяком, который является руководителем, он еще и депутат, разговаривал буквально на прошлом лет, говорил, господин хороший там, Владимир, погоди, пожалуйста, облигации. Он говорит, реально, мы тоже собираемся стать банкротом. Большинство российских комитетов средний бизнес собирается стать банкротом, потому что реально остается без финансирования. Мы хоть не депутаты. Потому что мы не можем их предъявить погашению. Нет, секунду, вам остались облигации. Срок еще не растет. Потому что как бы срок, потому что не могут они погасить. Мы их предъявили погашению, и про это продал. Мы не можем пока погасить на рынке, но нам нужно. Если срок не истек, почему-то. Нет денег. Потому что мы предъявили погашению за срочную. Да, они не могут. Пожалуйста. Нет, вы же что-то одни деньги остались.
с облигацией нет. А сейчас говорите, есть облигации. Я еще раз говорю, а эти векселя мы также оценили в ноль, поэтому мы считаем, что этого актива нет. Можно я это говорю? Если эти векселя реально нам погасят, которые у нас есть на балансе, но оценили в ноль, то появится стоимость, и паи вырастут. Где они? А у нас все равномерно, что я же говорю, диверсификация. Тихо, это громко. Она будет банкротом, да? Она не будет банкротом, мы стараемся все, чтобы она погасила свои обязательства. Если будет, значит будет так же, как у всех, банкротом. Это бизнес. Еще раз, пожалуйста, более подробно опять. Что конкретно, именно эти цифры, что именно вы сделали в пятницу? Чем она отличалась от тех дней, когда было 15%? Репо. Грубо говоря, когда идет нормально, то все нормально. Деньги, они просто меняют выражение, сделали так, чтобы на рынке перестали существовать. Они разорили фактически. Вот эта облигация, я говорю, сейчас стоимость 1000. Пока мы ее можем назад выкупить по 900, да, мы можем ее выкупить и продать по 1000. Ну, гипотетически. В текущем рынке мы, конечно, ни на что продать не можем. Но гипотетически у нас есть актив, который стоит 1000, и который мы можем купить за 900. Вот чтобы не лишиться этих обязательств, мы постоянно сохраняли возможность выкупа из рейхов. За это нам приходилось постоянно доплачивать деньги. Понятно? Сейчас они, все, у нас нет больше денег. Почему мы все продали? Почему вы резали хвост по частям? Да, мы не по частям, он целый день, каждый день перерифовывался до пятницы. Мы каждый день прогнозировали, что рынок оживет, мы сможем выкупить по частям, продать по тысяче. Да. А то же самое, он говорит, все, мы долины ликвидности, госбанк, все здорово. Сейчас все будет так, все будет хорошо, реально не произошло. Ждали, когда мы сможем слить свой портфель по нормальным ценам и забыть, как кошмар. Даже более того, мы не могли его продать. Его даже вот нам говорят, дайте нам денег, мы у вас прорепуем. Мы говорим, ну мы не можем продать. Берите бумаги. На что?
организатор выборов, вы разберитесь, а? Мы уже были в кэше, зачем рисовать? Нет, в кэше. Мы вышли в кэш, мы включим, мы распродали. На форуме было там. Кэш у нас на западном рынке. Бывает количество врачей, аппликации. А зачем было? Секундочку, кэш у нас 30%. Опять Запад выиграл, а? Реализм. Во-первых, этих денег нам давай не хватило, чтобы зарепалаться. Во-вторых, это сейчас. Я же объяснял час назад. Нельзя было дальше не реповать. Вот в пятницу мы перестали. Мы реповали только потому, что наш мир, мы как и день пройдут, убеждалось, что все, ребята, вы реповали. А? Вы реповали. А ведь мы так и делали, реповал друг друга. Вы сами так реповали. Это первое, второе. Почему в некоторых... Вы же сами тогда выбирали облигации. Да. Почему в Новой Зеландии, или не помню, там какой-то, не упало, а остальные упали. Это же ваш выбор облигации. Потому что облигации... Почему я... Давайте я... Я их не задавал. Значит, почему вложился, допустим, в какую-то в Россию, индекс не изменился с того момента. Но в Зеландии изменился. В итоге получилось, что абсолютно наоборот, это получилось только из-за того, что вы выбрали другие облигации. Так это было? Но в Зеландии вообще нет. Ну, грубо говоря, это так было. Да. Облигации вы выбрали не те. Что значит не те? Ну, не те, которые нужно, грубо говоря. А как они? Мы совсем упали. Мы совсем упали. Мы не упал. И там даже не было облигаций. В Австралии как таковой вообще не было. Вопрос, а вот чьи-то облигации, они упали там на 2-3%. Там не было пирамиды. А упал на 30%. Там не было облигаций. И Бабик не упал на 30%. Там векселя, там векселя. Есть фонд, который мы сейчас разместили в структуре, который будет первым как бы шагом будет популяризацию вместо помощи мер сохранить технологии. Это фонд «Гарант 1». Мы постараемся, сделаем все максимум, чтобы сделать за полтора года доходность 15% годовых. Плюс, может, подождите, пожалуйста. С 1 по 21 открыт интервал. Мы стараемся сделать все, чтобы за полтора года он показал 15% годовых. То есть за полтора года. Это не 15% за полтора, а 15 годовых. То есть где-то 20% получается приращение, 22 даже, да? И плюс там будет акцион на российский индекс ОТС, который сейчас, вы сами понимаете, имеет большую перспективу, то вы не можете уверен. Получить до 50% от роста на российский акции. Я понимаю, что вы не можете, я еще раз говорю, вы меня спрашиваете, что вы собираетесь делать? Я еще раз говорю, я предлагаю тем, что у вас в рынке, чтобы вы удовольствие в последние деньги реально перевести, мы постараемся восстановить меньше и сделать все, что от нас зависит. Мы реально это делаем. Андрей, а почему вы вводили заблуждение в пальчиках, называя фонды индексные, вы называли их товарные фонды, да, товарные фонды? Я сказал потом, что давайте женщины сначала, пожалуйста. Кому-то надо идти вот сейчас, потом. Дайте этот вопрос, он хоть домой, все. Не так бывает. Вы знаете, я хочу задать вопрос по поводу того, как вы вводили заблуждение пайщикам, называя индексные вот эти все фонды, также товарные. Товарный фонд серебро, да? Золото тоже. И золото. Да. Ну и золото там еще есть префикс индексный, а у товар... В чем заключается? Почему он назывался товарный индекс серебра? Да. Объясню. Мы те фьючерсы, которые на золото, на серебро покупали на Нью-Йоркской товарной бирже. Там не торгуются товары, там торгуются фьючерсы. Именно поэтому, исходя из этой общепринятой специфики названия, мы назвали так
а фонд понимает, что мы будем покупать не реальное серебро на рынке, там приходить покупать его, да, а будем покупать фьючерс на товарной бирже. И он считается товарным, по спецификации он считается товарным фьючерсом. Это считается товарные рынки. Там могут не торговаться реальные товары, там торгуются фьючерсы на эти товары. На апельсиновый сок, на свиные шкурки, на серебро, на золото. Да, но наш, поэтому... также на лондонской бирже он рос. Он да, рос. Золото росло. Это было связано с реляцией, было связано с кризисом облигаций. Сейчас мы как раз думаем на структуру портфеля, как чтобы опять восстановить как бы доверие и действительно соответствовать любому индексу, который мы заявляем. Мы два года тоже соответствовали. Я думаю, все четко согласятся, что история фонда определилась на 100 сентябрь 2016 года и после него. Ну ладно, мы проблемы, конечно, он рос, да, а у нас упал. Понимаешь, в сентябре, летом, рост на бирже здесь падал. Когда поднимался вопрос на форуме, в результате все освещили, как встретились, мы каждодневные расхождения мы не комментировали. А, теперь по поводу роста. А ситуация очень простая. Есть фонды, куда, допустим, заходит, например, растет золото, объясняю, да? Да. И опять же, умозрительный. Это может быть другой фонд, там меньше актив. Например, там всего лишь там миллион долларов. Приходит пальчик с миллионом другим долларов. Пока у нас эти дойдут как бы деньги, и за результат системы вычисления поет, получается, что фонд у нас падает. Или он переходит куда-то быстро. Из-за того, что фонды маленькие, приходят большие пальчики, мы это на форуме очень подробно обсуждали, поэтому мы решили ввести новую систему вычисления поет, которая сейчас программируется, и с ноября месяца ожидается будет запущена. У вас каждый день приходили такие пальчики, которые каждый день собирали, а или наоборот складывали. Да, 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 реально еще раз. Зайцов все время раскупывает. По крайней мере, сначала это все как бы всегда. Этого никто не видит. Кто это знает, сразу не видит. Он когда-то... Нет, подождите, простите. Ну, оставался вперед, вернее, был больше индекса на 15-20%. Давайте, то есть чисто технически, да, он выполнял функции, да. И на конференции, на одной конференции, Михаил Королев написал, что падение в этом фонде может быть только в том случае, если вам контрагент не вернут деньги. И про какие облигации он не говорит. Да, мне кажется, что процентов но нас, чтобы поддерживать и отбивать затраты, мы реально тоже вкладываем в облигации. Понятно, получается так, что за счет этого фонда подключили подписчиков людей. Нет. Люди, которые не вывели деньги, которые верили вам до последней минуты, они не вывели деньги, они их положили в денежный фонд один, чтобы переждать кризис, а вы взяли за один день на 90 обрушили. Не мы взяли, да нас взяли. Ну вы как два года с Росаджетом правильно работали. Технический фонд переждать. Ребята, а может все поднимется, а посижу где-то там. Подождите, Александр, я вас прекрасно понимаю ваше возмущение. Но скажите, что мне надо было сделать? Вот послушайте меня, вот я управляющий, да? Вот я смотрю телевизор, да? Ну подождите, ну дайте теперь я скажу. Вы же задали, что надо было делать? Подождите, помните, я сейчас там спрашиваю ситуацию. Сейчас я расскажу, как, ну, почему так означает. Веревка и мыло. Я вот отвечаю на вопрос, рассказываю ситуацию. Было прогласить. Господин говорит, ставит приятие. Мы сейчас установим ситуацию на финансовых рынках. Мы вот вам даем триллион, и, пожалуйста, ребята, разберитесь. Потом собирает улюбать, говорит. Все, вот вам деньги, ребята, сейчас все равно хорошо, не волнуйтесь, вот вам деньги. Я должен был в этой ситуации позвонить вам всем и написать на сайте, ребята, в стране финансовый кризис, не верьте тому, что говорят по телевизору, забирайте деньги. Ну, чему вы меня пробиваете? Выступить по телевизору. Я этого сам как бы не знал. Давайте составим. Один вопрос, я просто сейчас... Документы. Это же мозг ваши допросы на лифте. Да.
документально, правильно? Да. Да. Письма писали в ЦБ. Документально, копии. Давайте, я постараюсь поднять, но у меня очень много брал. Вечер, хорошо, давайте помимо форму, да. Тогда уже мы будем что-то говорить. Могли кто-нибудь помочь реально спасти, и кто не сделал то, что мог реально делать, да. ВТБ, Сбербанк, Газпром. Мы тоже тратили деньги, сгоняли. Да? Выкупали сапилированные этим, блин, репо. Своих. Сейчас ситуация, посмотрим ее чуть-чуть со стороны порта. Сейчас у российских банков, российских корпораций 11 миллиардов расплаты по внешним заимствованиям 4-го квартала, 40 миллиардов сдержки. Если вы будете молчать, то я все-таки расскажу. Вот. И сейчас всем абсолютно западники в связи с этими проблемами закрыли финансирование. Сейчас стала реальная проблема, это уже в газетах пишут о том, что наши банки, наши госкорпораты, в том числе такая приятная сетка колодца, как Роснефть и Газпром, реально могут переплатиться по внешним заимствованиям. Газпром, по-моему, в октябре до 1,5 миллиарда долларов по евро, мне кажется, 11 миллиардов и 4 квартал. И поэтому большой вопрос, та ликвидность, которая была озвучена, на какие именно цели она была выделена изначально. То есть фондовый рынок фондовым рынком, но как бы ощущение того, что ликвидность в первую очередь определяет той цели, чтобы исполнить обязательства по внешним займам, какие бы это подозрения они могут быть и могут быть совершенно общем оправданы. То есть вопрос в том, а вообще, собственно, дошло ли у правительства руки до фондового рынка, он не понятно заявит. А зачем вы надеялись? Мы же общались. А нам что, докладывают что ли? Мы говорим, что мы постоянно на фондовый рынок, а сами отправляем на Запад. Нам никто не докладывает. Нам сказали, вот мы дали деньги на рынок, идите ищите. Это сейчас становится понятно, 2 недели спустя. А тогда мы как? Тогда вы каждый день общались с ЦБ, еще раз говорю, каждый день мы с ЦБ, реально, я говорю, общались. Реально общались каждый день просили. Они даже нас. Фактос, после теперь они не откажутся. Когда Межбанк поднялся там до 11%, ставки репо там 20-25%, ну, в принципе, можно было понять и простить. Сейчас Межбанк вернулся туда, где он может туда, на уровень 2-3%. Госбанки по-прежнему репуют пост 20-25%. Ну, это как у нас нефтяники цены на бензин поднимают. Нефть поднялась, цены на бензоколонку поднялись. Нефть опустилась, а То есть сейчас Межбанк стоит там, где он всегда ставки и дисконты по репо не поменялись. Можно это еще колапать или умством? Я не знаю. Можно как-то это попробовать отрегулировать? Да, взять, вот вы поймите, да, вот в какой стране мы живем. Мы сейчас что, моя вина только в том, перед вами, что я родился на этот свет, что я раздал что-то фондом премьер. Все. Заставили надеяться. Электронная это тоже. Стоп, я вам отвечу. Вот, кстати, молодой человек ушел, извиняюсь, я вам отвечу. У вас есть официальное обращение к Кудрину. Там эта вся ситуация написана, точно. Я вспомнил сейчас. Есть к Кудрину. От Сенат, что ли, официально? Есть официально, мы прям по факту отправили прием, мы его приняли. Ответ ждете? Это когда? Ждем? Ждем, да? Если прошло, нет ответа. 16 или 17 числа. Суд, все, будет преподавать. Ага. А смысл какой был обращения? Скажите. Ну вот. Смысл обращения какой был? Подождите, господа, прошу вас. Четвертый уже, если вы собираетесь работать дальше, будете ли вы впредь подробно, открыто описывать, что все происходит? Не учитывая. С описанием рисков. Собираетесь ли вы предпринять что-то, чтобы было понятно, как работает?
что до сих пор это надо выяснять очень сложный пакет. Случайно. Тогда теперь объясняю, как я. Что я предлагаю, что я собираюсь дальше делать. Во-первых, я сейчас не собираюсь там оправдываться, говорить, что я не знаю. На самом деле все подробно написано. Но так как мы создавали ритейл-лицензии достаточно большого количества пайщиков, предусмотреть, чтобы каждому объяснить, рассказать ему, как работает семейство, было достаточно трудно. Поэтому сейчас, я еще раз скажу, я уже вам говорил об этом, как бы, в ходе нашей беседы, я оставляю 4, там, 5, ну, максимум, там, 6-7 инвестиционных консультаций в Москве, и оставим, как бы, наверное, там, в регионах. Я реально помню ваш вопрос, я не знаю, что это. Реально, эти 4-5 консультантов будут с каждым персонально пальчиком по телефону, либо в личной встрече разговаривать, общаться, и вы будете уже как пальчики будущее проходить процедуру андеррайтинга, так же, как подведите, чтобы мы реально понимали, что к нам приходит пальчик не старше 55 лет, что это его не последние деньги, что он подписался под тем, что он знает структуру портфеля, которая остается у вас и у нас в инвестиционной декларации, где мы подробно расписываем, как мы торгуем, куда мы складываем, какие риски мы несем, какие мы убедим. Мы реально будем теперь подробно, несмотря на то, что это ритейловое, но мы должны понимать, что да, наше семейство, я уже признал, что оно будет, наверное, в США расти гораздо медленнее, чем сейчас, но зато как бы мы убережем и вас, и нас вот от этих рисков, которые сегодня произошли. Мы это уже делаем. Условия фонда, мы это прописываем процедуру, абсолютно процедуру подробно. Условия фонда, они отражают то, что мы сейчас делаем. Мы просто подробно на сайте по каждому фонду напишем подробно действительно описание. Это да. По поводу технологий, я вам еще расскажу. Как только мы примем решение по поводу технологий, я обязательно на сайте как бы напишу объявление, и всем, кому будет интересно, я всех приглашу, и мы подробно с Андреем расскажем по поводу технологии. По желанию, это четвертый. Секундочка, вот пока я пишу, а какие вы хотели видеть по всему фонду? Тем более не знаете вы, не знаем мы. Сейчас, если, так сказать, наши деньги, которые были до сегодняшнего дня, пропали. Значит, если мы не последние деньги, мы не старше 55 лет, мы как бы доверяем вам, вы симпатичный человек, благие намерения у вас в глазах, несем вам новые деньги. Но ведь кризис-то мы завтра принесем, а кризис-то неизвестно, когда кончится. И вы через месяц наши деньги новые также потратите и будете говорить, вот мы-то не виноваты. Вы же и опять будете нам про репо рассказывать, про облигации. Сбербанк. Вы не будете виноваты. Да, денег не будет. И виноват будет только мировой кризис. Да, тогда ситуация опять остается одна. Когда на все ваши накопленные покупать какие-то там неликвиды, которые вы реально, в которых вы уверены. Но уверенности в чем-то, что, допустим, то, что завтра у нас у всех не отснимут квартиры, экспроприация опять в России произойдет, никто не знает, так же, как произошло сейчас в Америке. Еще раз говорю, я также работаю вместе с вами, я также вкладываю в свои же собственные фонды все свои деньги, не в депозиты. Да? Еще раз, как вы правильно сказали до этого, что мы вам развиваем технологию. Решение, опять же, я говорю, остается за вами. Вы должны понимать, что мы живем в таком мире. А сколько вложено? Сколько вложено сейчас? Сколько вложено было? Вы ничего не вывели, что есть? Куда? У меня фонды. Да. Сколько у меня вложено? Да. Более 300 тысяч долларов. Было. Да. А вывели сколько? Не вывели, не покажи историю заявок. Покажу историю заявок, не переживай. А можем сейчас посмотреть? А, не упал. Сейчас реально, если работа, я покажу без проблем. Вот, можем вот отсюда зайти прямо. Они кредиты, это Денис, вы это знали, что у вас какие-то фонды, какие-то облигации и векселя. Но вот мы этого не знали, какие фонды. Ну вот, поэтому вы могли бы перейти. Во-первых, ну почему вот вы не знали? Конечно. Вы знали только потому, что вы не спрашивали. На форуме, я прошу прощения, на форуме кто-то задавал вопрос, на форуме этот вопрос, но молчание определенно все.
Я подала Все вырастет 20 раз. Это так, типа, схватили за это и пошли на Ростовке. Вот если вопрос, если подать иск к Юнион Струмбанк, возьмешь сейчас ли или нет? 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 Если бы это у нас было, нормально. Ну попробуй, там он. Не знаю, если не представить, то не давайте все-таки помолчим и послушаем, что нам говорят. Давайте вот я... Давайте сейчас, по порядку. Вы задавали вопрос? Коллективное письмо со всеми нашими правительствами на имя Кудрина, на имя Кудрина. Можно, женщина задает. На мягкой бумаге. Там через неделю там соберемся, покажем вам это письмо, и вы вернуть там 40 миллионов, по-моему, фонды. А кому вы коллективное письмо писать? А кому вы коллективное письмо будете писать? А вам письма по электронной почте можно писать? Запишите e-mail. У вас здесь будет столько, что вам думать о том, как происходить в ситуации. Но Гёрган, это нужно. Путин сказал, не пострадает. Давайте я решу по поводу письма. Давайте так. Я могу письмо писать. Газпромбанк. Все началось с Газпромбанка. Он первый зашел. То есть Газпромбанк виноват. Нет, нельзя так сказать, потому что мы не знаем, что они реально тоже оказались в такой же ситуации. Может быть, их правительство стало гасить внешние заимствования. И просто у нас телевизор опять разруливал ситуацию. Мы же тоже не знаем внутри, что у них произошло. Правительство. Да? Хотело внешние заимствования. Когда это правительство? Она не устроила. Вот рассказывай, что. Вот давайте я расскажу свои предположения. Нет, пожалуйста. Сергей, вот как я рассуждал вслух, да, вот я ходил там, 15 часа думал, да, вы помните все, что наше правительство 100 миллиардов долларов вложило в ипотечные ценные бумаги, помните, говорили, западные ценные бумаги вложены, еще там год назад, по-моему, они вложили, все говорили, о, как мы много денег заработали, мы пока не знаем, как он в России вложить, потому что в России все воруют. Поэтому мы решили вложить хорошую американскую экономику. Пусть пока полежат котик в другой, отлежатся, и потом дальше что происходит? Это баня завернулась,
и Лемон Бразерс. И тут пошел финансовый кризис. У меня есть предположение, что эти деньги оказались там. Хотя Кубин, опять же, заявил, что он вывел все деньги уже с прибылью, но вот есть большие деньги. Но вот есть подозрение, что там наши деньги реально значительные. Как он мог вывести с прибыли оттуда? Да, это не наши деньги. Это деньги правительства. Это наши деньги. Это наши реальные деньги. Которые должны Эти деньги, могли покопить внешние свои какие-то заимствования другие, которые у них уже сложились к тому времени. Потому что внешние заимствования сделаны по налоги и будет Российская Федерация на территории Дерсу-Казахстана. И они боятся их потерять. Денис, а по поводу письма, можно ли упростить ситуацию, чтобы образец письма был направлен в каждое из отделений, и чтобы каждый из нас, приходя, даже там портом, не будет забрать политическим образом, Матрешку обратно установишь? Нет, получили. Так вот, все, вы в этом плане. Господа, я так и надо. Что-то делать надо. Что можно попробовать сделать на уровне? Еще вопрос можно? Да. А не закрывать пока что тут на уровне. Но на самом деле, я знаю людей, которые приходили 24-го и слышали очень оптимистические прогнозы и... 3-4 дня. Да, мы за все, по поводу инвестиционных консультантов, мы уже приняли решение. Останется какое-то энное количество, 5-6 человек, именно те, которые реально что-то понимают в этом. Я реально, мы всех консультантов обучали, реально всем говорили. Реально, как вот, я еще раз говорю, я действительно... Я отвечу на вопрос, да? Мы оставим 5-6 консультантов, и они будут как продолжать... А как узнать? Я вот это видно, как вот буквально успокаивает вообще вопрос. Помните, большое еще информация о том, что работает ковид Центробанка. Правда? Информация о том, что работает ковид Центробанка. Это правда или нет? Что работает? В интернете написано, что по заявкам сайтчиков направлены комиссии. Я сам вхожу в рабочую группу при Центральном банке, поскольку я там каждый день... Ну что у вас по вашей работе работает комиссия? Нет такого? Нет. Проверки нет никакого. А ее нет смысла, они сами знают все. Я им сам каждый день докладываю, говорю, ребят, смотрите, что творится. Докладывайте устно. Я могу сказать, кому я звоню. Я реально каждый день сам звоню.
А что вы рекомендуете сейчас? Что вы рекомендуете сейчас инвестиционным консультантам говорить, что вы смотрите, что вы обращаетесь уже по факту? То, что я сейчас вам говорю, один в один. Во-первых, консультант остался многие спорят, потому что они пугали, наверное. А по поводу этого письма, это распространяется, а по поводу вот этого письма. Давай не помолчи, это не спасибо. Мне очень сложно проводить. Давайте тогда, знаете как? Как мне записаться к вам на аудиенцию в ближайшие три дня? Вы тщательно, отводили в сторону мои вопросы, как неудобно, по поводу денежного рынка. Поэтому я хотел бы встретиться с вами лично. Будьте любезны, по шестым пунктам прописать на сайте и сейчас объявить, и я хочу быть первым, кого вы запишете. Телефон. Можно я сразу отвечу на этот вопрос? Как бы, да, вот реально сегодня пример, да? Нет, реальный пример. Нет, подождите, я вам отвечаю на вопрос, что на самом деле... Давайте процедуру, вместо примера. Идите сюда. Я вот здесь, таким образом. Вот здесь. Не задавайте мне, пожалуйста, вопросы. Я задал конкретный вопрос. Не уводите. Вы ловко уводите. Я говорю, вы неплохой пиарщик. А теперь будьте любезны. Поскольку вам удобно дал. Хорошо, идите утра. Так, вы не записали мои фамилии? Простите, меня охрана не пропустит. Пожалуйста. Я не могу.